Там ничего нет. Нечего взять. Там ничего нет.
Еще один самонадеянный человечишка осмелился взобраться на мою скалу. Вы, люди, такие жалкие. Такие мужественные и такие слабые. Я вырву твои внутренности и скормлю их крысам. Не так быстро. Со мной глаз Инноса. Ты будешь повиноваться мне и отвечать на мои вопросы. Задавай свои вопросы. Кто самый сильный из вас, драконов? Мы черпаем нашу силу из стихий этого мира. Иерархия очевидна и проста. Земля, покрытая мягкой почвой, дарует жизнь всем созданиям, живущим под солнцем. Но она может раскрыться и поглотить тебя целиком, если ты подойдешь слишком близко. Скала, которая скорее расколется, нежели поддастся, гордо возвышается над всем и похоронит беспечных под собой. А еще она дает лучшую защиту от прилива. Искры жизни живут в глубоких огнях этого мира. А еще огонь обжигает все своим дыханием, не оставляя за собой ничего, кроме пепла. Все эти стихии сохраняют и уничтожают. Но только в воде, которая стала твердой, как скала, все превращается в вечную колонну из соли, где жизнь едва ли возможна. Как мне найти вашего хозяина? Он находится в своих покоях, в сплошной скале чертогов Ирдората, и ожидает там свою судьбу. Пока он не сможет установить в этом мире порядок, которого он заслуживает, он будет ждать там в глубокой медитации и... Давай опустим детали. Просто скажи мне, где находятся эти священные чертоги Ирдората? Ха-ха-ха! Ты разочаровал меня, жалкий человечишка. Ты вынес все опасности и одолел большинство из нас. А теперь ты не можешь даже использовать полученные тобой знания. Если слово «Ирдорат» ничего не значит для тебя, то тебе лучше отправиться к своим магам и попросить их, чтобы тебе позволили заниматься их мирскими делами. Так как, очевидно, ты еще не готов свалить на себя ношу их высшего знания. Но хватит болтать. Твоя временная сила иссякла. Глаз потерял свою силу. Приготовься умереть. Пока...
действительно правда. Первый раз слышу об этом. Что, часть наемников ушла отсюда? Сильвио забрал нескольких парней и ушел через проход. Поговаривают, что там появились драконы. Когда он услышал это, его было не остановить. Кто знает, сокровища драконов можно очень дорого продать. Но меня это не касается. Я моряк. Я принадлежу морю. И мне нет дела до душного логова дракона. Еще не все, поверь. Это все сплетни. Ты можешь помочь мне улучшить мои способности? Я мог бы показать тебе, как лучше использовать силу в ближнем бою. Многие бойцы проигрывают из-за того, что не умеют правильно применять свою силу. То же самое касается ловкости и дальнобойного оружия. Я сказал, что я мог бы помочь, пока ты не станешь одним из нас. У тебя есть какая-нибудь работа для меня? Ты видел этих парней, одетых в черные рясы, которые ошиваются здесь? Меня от них в дрожь бросает, если честно. Когда я ходил по морю, я видел много странных вещей. Но эти парни по-настоящему испугали меня. Лучше не говори. Они пришли со стороны лагеря бандитов, который находится в горах в южной части этой долины. Возможно, тебе стоит сходить туда и разобраться с этими парнями. И почему это меня не удивляет? Я бы сделал... Понятия не имею. Скажи мне. Ты действительно веришь в это? Thank you.
Эй, ты! Онор, наверное, выжил из ума, разрешился на конфликт с городом как раз тогда, когда прибыли паладины. Что ты делаешь здесь? Я сбежал с фермы Бенгара. Я не хочу, чтобы меня сожрали все эти твари, что толпами валят из прохода. Ты представить себе не можешь, какие ужасы повылазили оттуда за последние несколько дней. Могу. А как тебе здесь? Здесь мне приходится иметь дело только с бандитами. Это все же меньшее зло. Там ничего нет. Там ничего нет.
там ничего нет. Там ничего нет. Люди с гор в черных рясах больше не будут беспокоить нас. Ты смог разобраться с ними? Отлично! Я сразу не доверял этим парням. За версту было видно, что от них будут одни неприятности. Никто ничему не учится у меня. Я хочу... Я сказал, пока ты не станешь... Это было всегда очевидно.
Люди-ящеры раскладывают драконьи яйца по всему острову. Я мог понять это раньше. Пришло время убираться отсюда. Начнем. Мне теперь ты насты больше не нужен. Как он только... Ты спокоен? Конечно. А почему нет? Драконы ведь мертвы, разве не так? Все немного сложнее. Да ладно. Все как всегда. Дай мне знать, если тебе понадобится мой топор. Я даже не знал об этом. Ничего не изменится. Я слышал другое. Конечно, в конце ничего концов, не изменится. Я слышал другое. В наши дни даже не знаешь, кому верить. За правду. Не могу поверить. Эй! Пришел на... Я принес... Волчий шкаф... Я да... Какой путь ты? Путь исцеления или путь битвы? Я бы... Я... Какой путь... Путь исцеления... Я выбираю... Драконы мертвы. Я знал, что Инос даст тебе силы, чтобы победить драконов. Как там с Рудой? Орки все еще осаждают замок в долине рудников. Гарунд не сможет покинуть замок, пока осада не снята. Черт! Если Гарунд не способен справиться с ситуацией, я должен взять управление в свои руки. Кучка орков не остановит меня. Только не меня! Я уже отдал приказ своим людям. Мы готовимся выступать. Мы все отправимся туда. Я оставлю только минимальную охрану на корабле. Это должно быть достаточно, чтобы, наконец, разделаться с этими орками. Подожди минутку.
если все будет по-другому. Он не заслужил этого. Так было создано море. Драконы больше не будут сеять хаос. Я знал, что ты вернешься в добром здравии. Однако самое суровое испытание еще ждет тебя впереди. Я знаю. Тогда найди себе снаряжение получше и приходи ко мне, если тебе нужна помощь. И всегда носи с собой глаз Иноса, слышишь? Аданос благословляет тебя. Эй, ты! Но это ужасно. Покажи для меня большая часть. Будет только хуже. Не говори об этом никому. Он почти не отдыхает. Ему лучше заткнуться. Если бы я не видела это собственными глазами... Выбирай. Если бы я не видела это собственными глазами... Я не верю в это. Мне нужно и как... Все об этом знают. А где именно Константин собирает травы? Он всегда выходит через восточные ворота города, а затем исчезает в лесу налево. Он как-то сказал мне, что почти все, что ему нужно, растет там, за исключением царского щавеля. Пока... Как интересно. Ему лучше заткнуться. Не говори об этом никому. Я не верю в это. Я не верю в это. Я видела это сама. Это секрет. Константин говорил тебе, где можно найти царский щавель? Я как-то упоминал, что он растет около каменных кругов. Около фермы Лоберта. Эта ферма находится неподалеку от других ворот. Есть один из таких каменных кругов. Насколько я помню, он стоит на холме. Там когда-то была могила или что-то вроде этого. Как это типично для него, правда? Я ей больше ничего не слышал. Я ты это услышал. Вечность.